держим. И так, в принципе, 16 раз делаем, да? Угу. Значит, опускаемся в присед, поворачиваемся в сторону, поворачиваемся сюда и встаем. Опять сюда, в другую сторону, сюда. Вы почувствуете, как у вас уже, наверное, руки начнут онемевать потом. Сюда, молодец. Не сгибай руки. Чувствуешь что-нибудь, дорогая? Чувствую. Руки или бедра больше чувствуешь? Не, руки и бедра как же. Ю-ху! Вот именно, надо держать равновесие. Это смотрится очень простым упражнением, и вы сейчас подумаете, что здесь такого сложного? А вы попробуйте. А кто попробовал, вы поймете, о чем мы с Надей толкуем. Напрягается все абсолютно. Бедра, руки. И руки нужно не опускать, потому что вот это вот все провисшие наши места, их очень легко убрать. А именно вот такой вот фиксации. Походите по дому 5 минут с руками в сторону. Вы поймете, о чем я вам говорю. Давай, давай, делай. Молодец, дорогая. Умница моя, да, и держит равновесие, и все. Сама ощущаешь, как у тебя тело стало само тебя держать? Конечно. Ты бы в первые два урока это бы и вообще не сделала, мне кажется. Уже мышцы стали по-другому себя чувствовать. Да. Давай, давай, еще. Еще пару раз, и все будет окей. И... Угу. Угу. Ой. Умница моя. Поднялась. Угу. И вот так, так, вот так, в сторону, да? В принципе, у кого проблема еще вот здесь вот висит, можете, это для координации очень хорошо поделать. Вот так. Поднялась. Угу. И вот так, так, вот так, в сторону, да? В принципе, у кого проблема еще вот здесь вот висит, можете, это для координации очень хорошо поделать. Вот так. Поролон. Так. Да, вот прям вот так вот. Да, эту ногу вот сюда, это вот сюда. Такие моменты извращения есть в этом немножечко. Вот, смотри. Опираясь на стул, поднимаем эту ногу вначале до 90 градусов, угу. Потом здесь фиксируем и отсюда поднимаем ее в наш любимый мах. Соответственно, угу. У нас работает. На пол. Вот так, да? Поняла? Вправо, влево, вперёд. На себя, потом на себя и ножки опустить. Потом опять поднять, вправо, влево, вперёд. На себя, потом на себя и ножки опустить. Потом опять поднять, вправо, влево, вперёд. На себя, потом на себя и ножки опустить. Потом опять поднять, вправо, влево, вперёд. На себя, потом на себя и ножки опустить. Потом опять ножки делайте сюда, соответственно, вы к ней не заваливайтесь. Потом поднимаете и опускаете. Кости уже мешают. Раз, два, три, четыре. Видишь, коленки у меня прямые. Угу. Два, три, четыре. Кости уже мешают. Раз, два, три, четыре. Видишь, коленки у меня прямые. Угу. Два, три, четыре. Женя. И отсюда под весом собственного тела начинаем делать вправо, влево. Вправо, собственного тела начинаем делать вправо, влево. Вправо, собственного тела начинаем делать вправо, влево. Вправо, на тело начинаем делать вправо, влево, вправо. Чуть-чуть, дорогая. Раз, два. То же самое. Прямые. И вот так вот мы делаем из стороны. Тело, как будто ты ползешь на руках, да, делаешь отжимания. Три. Сюда. Раз, два, три. Лопок. Еще раз. Раз. Раз.
исключительный.